музыку! Стойте! Дальше я никуда не пойду. Семен Семенович, так что же вы? Перед людьми неудобно. А начали, так заканчивайте. Не хочу. Как-то не хочу. А вот так, еще дел много. При чем дела? А мы для чего? Поможем. Ложитесь. Да, слушайте, ну. Ложитесь. Уходя, ну. Уходи. Да. Вперед. Надоели без тебя. Что, главное, опять опередил? Спи. Завтра же пойдешь к главному и попросишь 2 недели за свой счет. Зачем 2 недели? Затем, что дочку нужно отвезти в деревню. Ну, 2 недели-то зачем? 5:25. Что, мне самой к нему идти, что ли? Мне достаточно 2 дней. В субботу уеду. В воскресенье приеду. Ты сам не понимаешь, что тебе нужно отдохнуть? Зачем? Затем, что у тебя нервы ни к черту. А у тебя? И у меня тоже. Все из-за тебя, между прочим. Как это так? Каждую ночь рыдаешь из-за какой-то коровы. Ну ладно, хватит.
общем, так. Заявлений никаких писать не буду. И к начальнику не пойду. Господи. Ну, что ты с ним воюешь, плачешь, а днем? Ну, чего ты его боишься? Не боюсь. Я его не люблю. Почему? Потому что мы с ним разные люди. Да, конечно, разные. Он начальник, ты подчиненный. Ну, при чем тут любовь? Ты делай свое дело, Дима. А любить тебе и так есть. Кого? Захвати завтра на работу мои новые сапоги. Может, кто-нибудь купит? Не, они малы. А деньги как раз нужны. Подарки купишь, что-нибудь на дорогу. Светке рублей 50 нужно оставить. И проси не 75, как в магазине, а 125 рублей. Почему? Потому что я их купила за 125. А почему я их должен продавать? Ну, потому что у тебя на работе одни бабы, у меня одни мужики, и потом что здесь такого? Во-первых, это спекуляция. А во-вторых, твои сапоги, ты их продавай. Ну, во-первых, это не спекуляция. За сколько купила, за столько и продаю. А во-вторых, Горбатова могила исправит. Дима, Дима, вставай. Встаю. Ну что ты в самом деле, Дима, оденься. Девочка большая, ты в трусах. Ты не забыл, что послезавтра едешь дочка в деревню? И попроси у главного отпуск за свой счет. Ладно. На неделю. Доброе утро, пап. Доброе утро. Не подгоняй девочку, у нее сегодня последний день. А я не подгоняю. И вовремя надо вставать. А то утром не добудешься, а ночью никому не даешь спать из-за своей коровы. Ревмя ревешь. Жена бы родная померла, и то бы так не убивался. Помрешь, тогда посмотрим. Дмитрий. Да-да. Дима, мы ушли. Ага. Завтрак на столе. Хорошо. Пап, до свидания. До свидания, доча. Тетя Поль! А. Здравствуй! Здравствуй! Ты сапоги не видала? Какие сапоги? Новые! Я только что их выбросил.
А зачем ты их выбросил, коли они новые? Ну, так получилось. Тут никто не проходил. Где? Ну, через двор. А я разве слежу, может, и проходил. Перебрал, видно, вчера. Да нет, не перебрал. А сапоги действительно новые, Дмитрий Павлович? Новые, новые. Жена купила и не подошли. И выбросил? Выбросил. Во, нервы у людей стали, не дай бог. Я вот давеча тоже... А может, все-таки кто-нибудь проходил? Да не проходил, говорю. И дорогие? Дорогие, 125 рублей. Сколько? Господи. 125. И куда эти сапоги можно надевать? Взял человек и выбросил 125 рублей. Вот что с нами химия делает. Да. Не надо! Куда? Стой! Опаздываете? Здравствуйте. А опаздывать нельзя. За это надо наказывать. Сапоги случайно не продаете? Какие сапоги? Ну, которые у вас в портфеле. А то б я купил жене. Хочу ей сделать подарок. Никаких сапог у меня нет. А вот обманывать тоже нельзя. За это надо наказывать вдвойне. А сапоги, между прочим, у вас в портфеле. Доброе утро. Здрасте. Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Дмитрий Павлович, вас главный. Спасибо. Эмочка, дай мне расходные ордера. Одну минуточку. Зря торопитесь, уважаемый Дмитрий Павлович. Никакому главному вас не вызывают. Это вас надо главному за опоздание. А я как раз от него. И он, между прочим, меня понял. А вот было бы лучше, если бы вас поняли мы. Коллектив. А вы, между прочим, еще не коллектив. Да, вы правы. Она не коллектив. А все мы вместе коллектив. Мы несем за вас ответственность. Вот именно. Я вас умоляю, несите вашу ответственность за кого-нибудь другого. А я лично как-нибудь переживу. Знаете, слезы здесь совершенно... Дома вы хоть на голове ходите. Тихо! Так мне идти к главному или не идти? Я уже, по-моему, сказала. Идите. За вскладом два не у вас? Нет. Вызывали? Вызывал. Я слушаю вас. Срочно оформите накладные на третью базу и по готовности их ко мне. Хорошо. Минуточку. Почему вы меня не любите? Почему? 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 Люблю. А вот я к вам совсем по-другому отношусь. Что вы хотите?
В смысле? Ну, лично от меня. Ничего. Сколько вам нужно дней за свой счет? Нисколько. А у меня другая информация. Ничего мне не нужно. Не любите вы меня. Я могу идти. Ну, а сапоги продаете? Никаких сапог у меня нет. Ну, нет так нет. Отпуск я вам дам. Идите. По-моему, морщит немного, правда? Да, вот у кого-то нет. Нет, больше бы размер. Совесть у вас есть или нет? Стучаться надо здесь с женщиной. Так идите, мне... Сулин. Идите, когда надо будет, мы вас позовем. Алло! Сулину, пожалуйста. Муж спрашивает. Здравствуйте, Нина Григорьевна. Куда ушла? А какая тумбочка? Да ну и что, что румынская у нас уже две есть? Да я не кричу, а говорю. Хорошо. Позвоню, до свидания. Да. Можно? Уже можно. Накладные. Бухгалтерия. Пожалуйста. Дмитрий Павлович, это вас, кажется, жена. Дмитрий Павлович, умоляю, если это насчет сапог, то я беру. У меня не как раз. Алло, слушаю. Да, звонил. Ничего особенного. Ничего особенного, говорю. Нет еще. Потому что нет. Об этом мы дома поговорим. Дома. Потому что это спекуляция. И ты спекулянтка! Да, семейка. Она спекулянтка, он хам. Так орать на жену. Дмитрий Павлович, а сколько она хочет? Сапоги не продаются. А тогда почему они у вас в портфеле? М? Ладно, о сапогах потом. Все встали. Дмитрий Павлович. А вы? Начинаем производственную гимнастику. Вначале ходьба на месте. Встаньте прямо, товарищи. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Повыше колени. Эмочка, повыше колени. Ноги на ширину плеч, руки в стороны. Сказали на ширину. Начали. Раз, два, три, четыре. Имеется Декамерон. Исключительно сексуальный роман. Не желаете? Нет, не желаю. Бестселлер? Что предлагаете? Сапоги. Размер? Не знаю. Как же вы продаете? А? А что предлагаете? Надо чек, а? Ничего, девушка.
Вот. Сколько просишь? 125. Спекулируешь, папаша? Нет. Нельзя ли подешевле? Нельзя. Жена столько же платила. Ой, ну и народ, что не спекулянт, одно и то же, Георгий! Георгий! Вы бы хоть договорились, чего врать. Отдай сапог. Подожди, я еще не примерила. Отдай, я тебе не продам. Я не спекулянт, а ты меня оскорбила. Будешь скандалить, милицию позову. Ну, мери, мери. А я тебе второй не дам. Дашь, как миленький дашь. Франция? Финляндия. Какой размер? Наверное, 36-й, не налазит. Сколько стоит? Говорит, 125, мал. Георгий! Георгий, сейчас будем мерить. Подъеме маловато. Вы считаете? Сейчас лопнут. Вы знаете, надо на капроновый чулок. Не ваше дело. Шьют же паразиты. Снимайте. Сапоги не продаются. Как не продаются? А вот так. Не продаются и все. А чего ж тогда голову морочишь? Ходят тут всякие психи. Георгий. Да нет, помоги. Ой, ой, Георгий. Возьмите. Гражданин. Извини, дорогой. Да не продаются. Значит, все-таки продаете. Я говорю, продаете все-таки. Да жена... Жена попросила. Какой раз... Продано. А что, малы или велики? Кажется, малы. Да, для женщины это большая трагедия. Какой размер? 36. Сколько просите? 125. Нет. 75. Как в магазине. А второй при вас? Да. 75, говорите? 75. Берем. А может, не подойдут? Не подойдут, продадим. Не потеряйте. Не потеряю. Вы очень торопитесь. Ну, если не торопитесь, может, обмоем покупку, а? Подержите, я жене позвоню. Лопусь? Ну, это я. Ну, в общем, можешь поздравить меня, а я поздравляю тебя. Ну, как с чем? Купил, конечно. Красавцы. С переплатой, да еще с какой? 125? Ну, как ты и предполагала. Италия. Плохо говоришь? Франция. Франция. Тоже плохо. Тогда Финляндия. Ну, тогда Финляндия. Ну, какие 5 пар? Тут, понимаешь, этикетка такая, что ни черта не разобрать. Да какие поношенные? Я говорю, этикетка такая. Ну, ладно. Дома разберемся. Нет, я не домой. Ты понимаешь, я тут приятеля встретил. Костя Сорокина. Ну, однокашника. Да какая, прости господи, женщина. Кость, пойди объясни ей, что ты не женщина. Давай. Алло. Оля, Оля. Оля, здравствуйте. Костя говорит, вы меня не помните? Нет, еще не выпили. Но собираемся, надо обмыть покупку-то. Встречу. Встречу, я говорю, встречу надо обмыть. Хорошие. Сапоги хорошие. Как в магазине. Да. Нет, то есть дороже, чем в магазине, да. Честное слово, не выпили. До свидания. Лопусь, ну теперь ты поняла, что это не женщина. А Костя Сорокин, ты его знаешь, он у нас ночевал, помнишь? Ну, после него еще балкон ремонтировали. Ну, он, конечно. Ну, ладно, ну, целую. Пейте, говорит, сколько угодно, только домой его не приводи. Будешь звонить? Свободно? Нет, я не буду. Пожалуйста.
платить буду я. Почему? Я у вас купил сапоги за 75, жена мне дала 125. Сколько остается? Платить будем пополам. Что будем заказывать? А что у вас есть? У нас есть все, что вам угодно. Прекрасно. Так, салат из крабов, осетрина по-монастырски, комсомоль. Будете острить, уйду. Все, что есть, напротив птичка. Птичка. Цыпленок табака. Девушка, салат, лангет, кофе. То же самое. Пить? 100 грамм сухого. На двоих? Бутылку. Водки. Все? Пока хватит. Между прочим, отпуск я вам подписал. 5 дней за свой счет. Благодарю вас. Не стоит. Будем считать, что это взаимообразно. Вы уступили мне сапоги. Кстати, вы угадали. Финляндия. Случайно не продаете? Случайно нет. И потом, это слишком дорого для вас, девочка. Сколько? Отдал 125. Даю 140 и с концами. Чтоб по спекулянтам не бегать. Дмитрий Павлович, может, торгадем, а? Вещь вашу вы и распоряжаетесь. Ну, договорились по рукам. Вы дадите по рукам, а нам дадут по ногам. Нет, милая, ноги у вас молодые, побегайте лучше по спекулянтам. Минуточку. Поговорим к концу вечера. Семен Семенович, мне нужно 50 рублей. Жена? Долг. Скажите, вы можете мне дать 50 рублей или нет? Прямо сейчас? Да. Ну, во-первых, у меня всего 50, а потом мы в ресторане. Простите, спички есть? Чего? Спички, говорю. Не курящие. Извините. А после ресторана поговорим? Ну, после ресторана обычно люди забывают про такие мелочи. Давайте лучше выпьем, а там посмотрим. Дай бог, чтобы не последние. Сюда? Пожалуйста. К вам соседи не возражаете? Даже более того, очень рады. Садитесь. Вы извините, милые дамы, но мы закончим наш мужской разговор. Так что ты, Митя, рассказывал в отношении Нигерии? Я говорил, Сеня, что там очень жарко. Очень, Митя? Очень, Сеня. И потом мешают купаться. Кто? Эти. Крокодилы. Крокодилы. Ну, это мы шутим. Выбирайте то же самое, что и мы. Салат, лангет и бутылку водки. Женщины должны пить только коньяк. Давайте знакомиться. Зачем? Ну, как зачем? А может, я хочу вам сделать предложение? Вы его уже сделали. Молодец. А вы мне очень нравитесь. А вы мне нет. Ну вот видите, я к ней с приветом, она ко мне с ответом. Да вы не огорчайтесь. Меня зовут Люба, а ее Марина. Очень приятно, Семен. А это Дмитрий. Митя. Митя? О, что бы это значило? Вы работаете дворником? Нет, не дворником. А кем, если не секрет? Судьей. Надеюсь, не народным? Нет, спортивным. Ну и что же мы судим? Бег. На короткие или длинные дистанции?
Ну, в основном на длинные. А. Извините. Слушай, день или ночь? Ну, блондинка или брюнетка? Не знаю. Тогда я беру брюнетку. Женщина огонь. Это черт урага слонит. И знаешь что, надо им поставить бутылку коньяка. Не возражаешь? А что, главное, чтобы были довольны все. Да это я беру на себя. Все. Так, и меняемся местами. Усек? Усек. Так. А ты мне нравишься. А ты мне тоже. Зайдем? Зайдем. О, простите. Погостила ласточка, да недолго, щебетала ласково, да без толку. Улетела нежная с первой хмурью, за мечтой безбрежною, за лазурью. Последний луч зари погас, скажи, люблю последний раз. Жалеть не надо о былом последний раз. Махни крылом. А почему так? Надеюсь, вы не будете указывать, как нам сидеть? Нет, я указывать не буду, но я буду сидеть так, как мне хочется. Люба, сидеть. Новый берег, там к ней будет ластиться солнце юга, позабудет ласточка. Ну, теперь вы довольны? Вполне. Если бы я был вашим мужем... Если бы вы были моим мужем, вы бы сейчас не сидели в ресторане. И не приставали бы к незнакомым женщинам. Жалеть не надо, а было последний раз. Махни крылом. Давайте потанцуем. Я? Я очень люблю танцевать. Молода да зелена. Чего молчите? Даже боюсь что-то сказать. А вы не бойтесь. Это я только с ним такая. Терпеть не могу таких типов. А каких типов вы терпите? Есть такие. Ваш начальник? А почему вы так решили? Заметно. Вы знаете, есть люди, которые... сразу рождается начальник. Это мой друг. Врете. У вас слишком облеченный вид. Жалеть не надо. А было. Братцы, а танцы все-таки величайшее открытие человечества. Танцы снимают годы, снимают усталость и вызывают, понимаете ли, кое-какие мысли. Большое спасибо, Семен. Не знаю, как вас по отчеству. Никаких отчеств. Сегодня должно быть все просто и естественно. Коньяк хороший, 17 рублей. Гуляете? А вам не нравится? Да мне это все равно. Только интересно, кто будет платить, он? Почему? Я? Нет, платим пополам. Это договорено. Правильно, вот за это я его люблю. Вам налить? Налейте. Мить, а тебе что? Я водку. Правильно. Водка самый здоровый продукт. Ну, а мы то, что похуже. Ну что? За прекрасных, очаровательных женщин. Марина, о, простите, вас так можно называть? А вам хотелось бы меня называть по-другому? Нет, именно так. Так, скажите, вы замужем? Семен,
Оставь ее в покое. Не понял. Я тебе потом объясню, а сейчас сиди смирно. Понял? Однако вы здесь время зря не теряли. Могу ответить. Замужем. Имею ребенка. Мужа выгнала. Устраивает ответ? Не только устраивает, но и все объясняет. Людочка, пойдемте, потанцуем, а? Зачем ты ревнуешь, возникаешь на пути? С кем хочу, танцую, а ты отойди. А я озорная, что поделать, извини. С кем хочу, гуляю, а ты отдохни. Пусть музыка смеется, пусть грянет гром с небес. У меня к тебе потерян интерес. У меня к тебе потерян интерес. А почему вы меня не приглашаете? Разрешите? Разрешаю. Надо печали, если весело в груди. С кем хочу, встречаюсь, а ты отойди. А я молодая, пусть летят на крыльях дни. С кем хочу, страдаю, а ты отдохни. Пусть музыка смеется, пусть грянет гром с небес. У меня к тебе потерян интерес. У меня к тебе потерян интерес. Пусть музыка смеется, пусть грянет гром с небес. У меня к тебе потерян интерес. У меня к тебе потерян интерес. Пусть музыка смеется, пусть грянет гром с небес. У меня к тебе потерян интерес. Спасибо. А начальник ваш дурачок какой-то. Почему? Взял Любке сапоги, подарил. Она все равно ее к себе не пустит ни за что. А может быть, ему это и не нужно? Нужно, очень даже нужно. Он весь вечер только об этом и талдычил. И потом плакал, что смертельно влюблен. Она, ну, во-первых, она в коммуналке. А потом, я же знаю Любку. Она танцует, смеется, но это ничего не значит. Начнут приставать, а она свистит. Так это у нее... Вот почему. Так она специально для этого свисток купила. Ох, удирает ваш брат. Ну, вот я и пришла. Спасибо за доставку. Пожалуйста. Да, остановка вон там, на той стороне, за углом. Так не хочется домой. Это что, намек? Нет. Просто было бы лучше, если бы сегодня дома не ночевал. Вы мне не нравитесь. Понимаю. Но так случилось, такой день, знаете. Это правда. А вы не бойтесь. Я буду вести себя смирно. Ну ладно, пошли. Дмитрий Павлович, присаживайтесь. Спасибо. Марин, а что ты замуж не выходишь, а? А ты на мне женишься? Нет,
Ну, вот видишь, ты не женишься. А другие мне не нужны. А этого ты за что выгнала? За занудство. Вроде все правильно говорит. А слушать тошно. 8 лет нудил. Нудил. Вынудил. Че, чай не пьешь? А, не хочу. Ну, раз не хочешь, тогда давай спать ложиться. Завтра утром чай допьем. Марина, ты спишь? Нет. Можно к тебе? Знаю, кого-то нелегкой принесла. Что надо? Ничего, только переночевать до первого. Еще автобуса. Чего? А ну пошел отсюда. Кто там? Муженек бывший пожаловал. Ночевать его, видите ли, негде. Транспорт не ходит. А ты что вскочил? Может, мне уйти? Ложись, ничего не бойся, никто тебя не тронет. Бандит. Что, издеваешься? В милицию захотел? Вы меня не дослушали, я понимаете? Я последний раз говорю. После развода покоя не дает. Это не человек, а какое-то недоразумение. А у вас какой этаж? Ты что, решил прыгать? О. Кажется, ушел. Давай спать. Поговори с ним. Поговорить? Он просто так не уйдет. Еще его милиции припугни, он очень ее боится. Ну, иди, иди. Кто там? Валиков.
Добрый вечер. Добрый вечер. Валиков Геннадий Изотович. Сулин Дмитрий Павлович. Очень приятно. Спит? Не знаю. Пройдемте на кухню. На кухню? На кухню. Присаживайтесь. Ничего, я постою. Я вас слушаю. Уважаемый Дмитрий Павлович. Дмитрий Павлович, обстоятельства сложились так, что я, видите, случайно оказался в этом отдаленном районе. Время уже позднее, отсутствие транспорта не дает возможности добраться до дома, который, как говорят англичане, является моей крепостью. И вот в связи с этим, и в связи с тем, что я не могу ночевать на улице из-за моей внутренней болезни, я прошу вас, приютите меня до первого автобуса. Дмитрий Павлович, мне муж. И я очень прошу тебя уйти отсюда, понимаешь? То, что он ваш муж, я уже понял. По моим тапочкам. Но для сна мне достаточно выделить 1 квадратный метр пола. И мое пребывание никаким образом не отразится на вашей интимной деятельности. Гуманизм – основная черта человека и гражданина. Ой. Слыхал? И вот так все 8 лет. От этого сдуреешь. Убирайся отсюда, или ты меня знаешь. Жду ответа от главы ячейки. Я в принципе, не против. Вот вам образец гуманизма. Это образец не гуманизма, а идиотизма. Спасибо. Благодарю. Эмансипация. Трагический продукт эмансипации. И мы, мужчины, никогда не должны забывать о солидарности. Ну, что вы стоите? Садитесь. У меня есть деньги. Я могу дать. Зачем? На такси. Да дело, уважаемый, совсем ведь не в этом. Вот так. Брюки вам не принести? Мне не холодно. Не обращайте внимания. Так что, уважаемый, дело совсем не в этом. Вот хотите, я вам дам деньги на такси? Мне не надо, у меня есть. Вот видите? У вас есть, однако вы никуда не едете. Семья у вас есть? Да. А у меня нет. Я вот иногда прихожу и здесь вот пью чай. Отдаленный район – это ерунда, и деньги тоже ерунда. Нет семьи тут хоть, кочь там пой. Все равно ничего не справишь. А вы пьющий? Что, похоже? Да есть. Нет, я не пьющий, я хуже. Я люблю эту женщину, а она меня нет. Вот и вся история болезни. Она меня презирает, понимаете? Или стыдится. Считает болтуном, или, как она выражается, занудой. Дочка, ей всего 7 лет, она придумала про меня стишки. Кто тупее утюга, это папа наш нудьга. Вот так папа, вот зануда, он занудливее верблюда. Смешно, правда?
Смешно. Определенно будет поэтессой. Что с вами? Вы сюда больше не ходите. То есть? Не ходите. И все. Должна же быть какая-то гордость. Мужская, по крайней мере. Мы их должны знать, как держать. Вот так, чтобы ни пик, ни ох. Категорически. Я далек от мысли, что вы таким образом хотите выставить меня. И тем не менее, ваши слова звучат, по меньшей мере, провокационно. Почему? Вы в трусах, я в штанах. Вас там ждут, меня нет. Вы желанны, а я совсем напротив. Разве не ясно? Хорошо. Принесите мне штаны. Я туда не пойду. Принесите, и мы оба с вами будем в штанах. Это ничего не изменит. Вы ведь здесь не первый. Другое дело, что вы смирный и, по-моему, порядочный. Однажды, например, был некий субъект, который просто-напросто вышвырнул меня за шиворот, как паршивую собачонку. Кстати, он был в штанах. Кто он такой? Не знаю. Меньше всего я подозреваю ее в плотских делах. Просто это есть способ уничтожить до конца. Я могу вам чем-нибудь помочь? Вы мне можете только помешать. Самое лучшее сейчас это лечь спать. Вы где хотите? Я вот здесь. Завтра как-никак рабочий день. Постель у меня здесь есть. Вот. Только, пожалуйста, уважаемый Дмитрий Павлович, ни слова Марине о нашем разговоре. Хорошо? Хорошо. Дмитрий Павлович, да что с вами? Кто-то обижал во сне, что ли? Так рыдала, я боялась, соседи начнут в стенку стучать. Пора вставать, порядочные люди уже работают, да. Уйди. Чай пить будешь? Чай пить не буду. А вот пару теплых слов я бы тебе сказал. Ну, скажи. Ты плохая жена и очень плохой человек. Тебе должно быть стыдно. Все. Все. Ну, а теперь послушай, что я тебе скажу. Я 8 лет терпела. 8 лет я ждала, что в этом человеке что-нибудь изменится. А потом терпение лопнуло. Я больше не могу его видеть. Я полюбила другого человека, и он должен был стать моим мужем. А из-за этого говоруна все распалось. А, так это он однажды выкинул отсюда вашего мужа. А что толку? Эти ночные визиты привели к тому, что мы больше не встречаемся. Тебе этого мало? Я имею право на личную жизнь. И хоть на какое-то бабское счастье. Имею или нет, я тебя спрашиваю. Семен Семенович, здравствуйте.
А, доброе утро. Доброе утро. Вы ко мне? Да. Прошу. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Между прочим, Дмитрий Павлович, скоро 10. Идите к главному. А зачем? Я думаю, он хочет с вами поздороваться. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вызывали? Проходите. Садитесь. Вот тут на вас пришли с жалобой. Оказывается, вы не ночуете дома. Почему вы не ночуете дома, а? Я не смог. Как ты не смог? А может, вас подобрала на улице машина скорой помощи? Нет, я просто не захотел. Я ночевал в другом месте. Где? А меня это не интересует. Пусть отдаст мне деньги, и мы можем с вами больше не встречаться, Дмитрий Павлович. Он должен был продать мои сапоги. Что вы говорите? Какие сапоги? Мои. Отдайте 125 рублей. Отдайте деньги. Вот, возьмите. $35, хорошенькое дело. Где же остальные? А где остальные? Я их отдал. Кому? Вас спрашивают, кому? На нужды слаборазвитых семей. Какая же ты дрянь. Какой же ты ничтожный человек. Экономишь на каждом рубле. Дочке в школу на бутерброд отказываешь. Боишься и лишнее платьице купить. А себе на сапоги 125 рублей. Подонок ты! И негодяй. Совести в тебе ни на грамм. Один раз в жизни захотел себе купить сапоги. Ну, успокойтесь, пожалуйста. Ну вот что. Деньги мы эти с него взыщем. Тут у нас намечается одна премия. Так что не беспокойтесь. И в остальном тоже положитесь на меня. У нас коллектив крепкий. Так это ему с рук не сойдет. Наши женщины так это не оставят. Спасибо вам большое. Преобразуйте его, пожалуйста. Хорошо. Ну, а в случае чего, тогда уже звоните сами. Лично мне. Спасибо. Видал? Кто это у вас? Жена. Кастрюли. А Люба? Что Люба? Люба сволочь. Понимаешь, стала свистеть. Не успел я к ней прикоснуться, а она давай дуть. Милицейский свисток. Патрульная машина меня и взяла. А сапоги? Смешно. А мне не смешно. С милицией-то я кое-как рассчитался. А вот как быть с женой? Перед подчиненными неудобно. Темные очки, скажут при жене. Кстати, вы не помните адрес хотя бы своей паси? Ну, визуально. А так, чтобы найти, никакой гарантии. Ну, а как вы собираетесь с ней встречаться? Никак. К ней ночью явился муж. Муж? Да. Прекрасно. Просто прекрасно. А вы знаете, несмотря на все наши поражения, это был хороший вечер. Ну что ж. Как глупо все это, Димочка!
ты что, с мамой поссорился? Нет. Откуда ты взяла? А почему ты дома не ночевал? Заболел. А не звонил, чтобы маму не беспокоить? Пап, тебе в школе какая-нибудь девочка нравилась? Да не помню, дочь, так давно было. А разве ты не в школе с мамой познакомился? Нет, она родилась в городе, я в деревне. Это в котором мы сейчас едем? Ты, Пашка, лучше добром отдай. Отдай, а то заявлю. Отвали, козел, я тебе ничего не должен. А ну, брысь отсюда, расселись тут. А я говорю, должен. Я тебя, Пашка, засажу. Только не отдай мне мои 18 рублей. Землю будешь есть, гад! Отвали, козел, пока я тебя в окно не выкинул, вонючка! Гони деньги, Асмодей, пока я еще не заявил. Отвали, козел! Вот. Паша, ты что, Паша? Ах ты, козел, вонючий! Паша, где Паша? 18 рублей! Паша, на, козел, не бей на газ-то! Убиваю! Прекратите эти сражения! Что же вы все делаете? Гражданин, остановите его! Да что же вы сидите, мужчина, встаньте! Вылазь, говорю! Не вылез я! Немедленно прекратите безобразие! Ах ты, Паша! Вы что, не поняли? Понял. Папа! Папа! Прекратите безобразие. Ну что, все, козел? Повторяю вам последний раз. Прекратите безобразие. Держи, папа. Бандюга как человека изобразил, а? Хулиганье, покоя от них нет. А он вас испугался, слава богу! Чего вы кричите? Он же не контуженный. Молодец, ну прямо не знаю, что бы без него делали. Да. Баба это нам Богу послала. Угу. Вот он, явился кому-то! Черт, не сыдай, не совести, глаз бабы! Тут мой корыш не пробегал? Пробегал. Ух ты, бандюга несчастный! Ну-ну, полегче поворотом, полегче! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Хулиган несчастный, что ты тут? Ух, была бы помоложе, тебе показала! И все-таки это была Виктория. А, дочь? Папа, вот это! Митя, племяш! До свидания. Вот! Ой, здравствуй, Светочка! Здравствуй! Здравствуйте. Племяш мой! Митя! Здравствуй, дорогой! Подожди, а что это? Что у тебя с носом? Да в вагоне была одна Виктория. Какая Виктория? Это он бандит убил. Да? Так бил, что сам еле живой остался. Нет, знаете, как он его убил? Как? Тот даже убежал, испугался. Что ты говоришь? Это у тебя такой папка сильный, да? Очень сильный. Здорово, Лёха. Здорово, Лёха Хритон. Митя, а ты что, без жены? А что, стулу со своим самоваром? Ты когда заканчиваешь сегодня? Да я пораньше. Я сегодня рано закончу. А, приходи, ну, приходи сегодня. Ждем. Буду. Приходи. Да. До вечера, Митя! Света! Thank you.
Сдался! Здравствуй, Дмитрий Павлович! По отчеству у вас как? А зачем по отчеству? Зовите меня просто Митя и все. Мой коллега Борис Яковлевич Ям, тоже врач, правда не ветеринарный, утверждает, что океан глотает сушу. Как лично вы относитесь к этому явлению? Нормально. Понятно. А вы не замужем? Я? Разве похоже, что я могу быть не замужем? Такие долго не валяются. Конечно. А муж? А? Муж при мне. Сейчас он в городе. Скоро должен приехать. Мы вообще-то не здешние. Из города завербовались. А я в хату не пойду, пойду во светлицу. Разбужу я крепкий сон, красную девицу. Доча! Надежда! Свини бутылочку. Вот, у всех налито. Коля, сыти! Распорядись там. Предлагаю тост за племянника. И прошу учесть, Митю я люблю, как родного. Никого так не люблю, как Митю. Вот родители его померли, а я ему за место отца.
И Марья, моя супружница, царство ей небесное, тоже любила его, как родного, потому что он верный человек. Вот, к примеру, почему, когда я сегодня встретил его на станции, он был с расквашенным носом, а? Почему, я вас спрашиваю? Он бандита из вагона прогнал. Вот! Вот, товарищи, он обезвредил в вагоне опасного преступника. И так всегда и везде. Давайте же, гости дорогие, выпьем по полной за его крепкое здоровье. Митя! Митя! Спасибо. Ой, здорово! Здорово! Дмитрий Павлович, вы, конечно, знаете, что мировая ветеринарная наука утверждает... Минуточку. Ждешь кого? А? Ну, здравствуй. Здравствуй. Как ты живешь? Нормально. А ты? Хорошо. С мужем живешь? Конечно. А ты все с Алиской? С Алисой. Любишь, значит? Наверное. Да у нас и дочь общая. А у меня трое. И все трое парни. А я знаю. Смешные. Рад за тебя, что у тебя так все хорошо. Да. Все хорошо. Дмитрий Павлович, что это вы уединились от народа? А знаешь, что я чаще всего вспоминаю? Чего? Вот ту ночь. На сеновале у глухой Маньки. Когда в сене и до утра лежали двое святых. При смерти буду, а все равно буду помнить. Муж обо мне спрашивает? Бывает. А ты? Я? А что я? Я смеюсь, он сердится. А я ему говорю, дурачок, то ж так давно было, что даже не верится. Гляну, гляну на поляну, на поляне лепета. Люблю Верку без опалу, не забуду никогда. Пошли попляшем. Боюсь, уж не сумею. Пошли. Да нет, я посмотрю лучше. Нет, у меня на свете трактора. Неужели я не буду повторить старистого жена? Дмитрий Павлович, и еще. Да? Меня, как ветеринарного врача, очень волнует проблема мирового народонаселения. Так. Как вы думаете, к 2000 году оно удвоится или утроится? Это надо подумать. Да-да, это дело надо обмозговать. И еще меня волнует информационный взрыв. Я тоже этим озабочен. Ну так, как и все. Что это вы меня, Дмитрий Павлович, бросили в одиночестве? Был-бы ухажер, вот на тебе. И сейчас. Подышал воздухом. Люблю смелых мужчин. А потанцевать не желаете? Нет.
А винегрет замечательный. Вам положить? Положите. Винегрет у нас натуральный. Не то, что в городе. Кушайте. Паша! А ну, марш домой. Два раза повторять, что ли? А ну, давай, мотай отсюда. Спокойно. Заходите, гости дорогие, заходите. Поплясали, потанцевали, а теперь и выпить не грех. Да, сейчас будет концерт. Концерт под названием «Зачем тебя я, милый мой, узнала». Дурая ты, Вика. Не на меня он напал. Помолчи, Надежда. Дня бы с ним не жила. Подумаешь, она бы не жила. У всех налито. Ну, гости дорогие, выпьем, чтоб дома не журились. Федя. Да, сейчас будет концерт. О! Ой, мамочка! Дядя Харитон. Митя, они сами разберутся. Муж да жена, одна сатана. Выпьемте, гости дорогие, до дна. Ой, люди добрые, ой! Митя, Митя, я тебе говорю, они сами разберутся. Погодите. А нет, так я разберусь. Дядь, а ты Харитон, не лезь. Не надо, Митя. Надо, дядь Харитон. Митя! Митя, ну усмирил одного бандита, ну хватит. Дядя Харитон. Митя, ну не всеми же тебе заниматься. Дядя Харитон, надо. Дмитрий Павлович, я как ветеринарный врач тоже не совет. Митя, вернись. Митя! Вы что, она сидит, стерва? Куда? Говорят, тебе его в первый раз вижу, дубина. Домой. Не пойду. Домой, говорю. Вот тебе, выкусик, козел. Ну что, опять встрелись? Но! Видать, тебе мало пока. Не зарывайся! Митя! Ну, прощайся с роднёй, козёл вонючий! Кто на охренели оба, что ли? На, иди, устройся! Люди добрые, поглядите, на что он на жизни лежит! Мы с товарищем гуляли от двора и до двора, после наших похождений в каждом домике двора. Что на шума драки, нет? Как нет, когда есть! Митя! Алёха! Митя! Леша. Ты что? Митя! Слава Богу. А я гляжу издали, кто-то колонн машет. Батюшки, деревню, юный вспомнил. Вас, дорогие, давайте заходите в комнату. Ну, Митя! И я говорю, что Митку я люблю как родного. А сейчас дочку взял, привез в деревню к деду. Погоди, козел, мы еще встретимся на узкой дорожке. Чего? Хватит, Митя. Дайте мне с ним поговорить. И так же второго пришествия запомнит. Заходите, заходите. Пошли, Митя. Сам ты, козел! Хасбулату долой, бедносагря твоя, золотою казной я осыплю тебя, дам коня. Здравствуйте, лейтенант Громов. Здравствуйте. Вот, вот он. Он бил моего мужа. Дима, я все сделала. Я дошла до самого главного прокурора, и ничего, стена. Об этом будут писать на работу. А мне плевать, пусть пишут. Ну что ты такое говоришь, Дима? Ну как же так? А репутация?
а карьера, а дурная слава. Ну, разве тебе на это наплевать? Ну, что с тобой происходит, Дима? Ничего. Как Светка? Ну, как? Ездила к ней. Скучает, особенно по тебе. После всей этой истории ты для нее первый человек. Представляешь, рыба будет. Ничего из подписки не получала? Получала. Историю музыки получила. О, хорошо. Очень хорошо. Надо покупать дочке пианино. Дима, ты должен извиниться. Перед кем? Перед тем, кого ты избил. Если он простит, дело могут замять. Нет. Никаких извинений, даже не подумаю. Но ты ведь его избил, причем очень сильно, Дима. Ты никогда не был таким жестоким. Ты ведь когда его бил, ну пусть даже заслуженно, Дима, ты ведь в тебе ни капли жалости не шелохнулась. Шелохнулась? Нет, мне рассказывали, как ты с ним расправился. А я говорю, шелохнулась, жалость, что стежок был тонкий. Какой стежок? Дрын, которым бил, надо было потолще и подлиннее. Дима, ну что с тобой? Ты ведь всегда был таким добрым, всегда был стеснительным, даже робким, а? Дима, ну я тебя не узнаю, Дмитрий, не узнаю. Ну ладно, ладно. Давай закругляться, а то вон милиционер волнуется. Нет, ты объясни, наконец. Ну что объяснять? Извиняться ни перед кем не собираюсь. Он получил по заслугам. А если выгонят с работы? Не выгонят. Люди видели. Пусть попробуют, есть свидетели. Дима! Я не могу, Дима, так! Я не могу, я боюсь за тебя! Успокойся, Алиса, перестань. Димочка! Ты от меня что-то скрываешь? Ну ладно, давай, маленькая, приходи завтра. Поговорим. Хорошо, я завтра приду обязательно. Успокойся. Граждане, ну что же это получается? Просили минуту, а разговаривать уже 10 минут. Ну, Димочка, не падай духом. Ты держись. Ни о чем не думай, сиди спокойно. Дима, мы тебя очень ждем. Гражданин Сулин, долго еще мечтать будете? Что? Мечтать, я спрашиваю, долго еще будете? Мечтать не буду, буду подметать.
Тетя Поль! А? Здравствуй! Здравствуй. Ты сапоги не видала? Какие сапоги? Новые. Я только что их выбросил. А зачем ты их выбросил, коли они новые? Ну, так получилось. Тут никто не проходил. Где? Ну, через двор. А я разве слежу, может, и проходил. Перебрал, видно, вчера. Да нет, не перебрал. А сапоги действительно новые, Дмитрий Павлович? Новые, новые. Жена купила и не подошли. И выбросил? Выбросил. Во, нервы у людей стали, не дай бог. Я вот давеча тоже... А может, все-таки кто-нибудь проходил? Да не проходил, говорю. И дорогие? Дорогие, 125 рублей. Сколько? Господи. 125. И куда эти сапоги можно надевать? Взял человек и выбросил 125 рублей. Вот что с нами химия делает. Да. А! Не надо! Куда? Стой! Надоели без тебя. Что, главное, опять опередил? Спи. Завтра же пойдешь к главному и попросишь 2 недели за свой счет. Я никуда не пойду. Семен Семенович, да что же вы? Перед людьми неудобно. А начали, так заканчивайте. Не хочу. Как-то не хочу. А вот так, еще дел много. При чем дела? А мы для чего? Поможем. Ложитесь. Нет? Да слушайте, ну. Ложитесь, уходя, ну. Уходи. Да. Вперед.
Зачем 2 недели? Затем, что дочку нужно отвезти в деревню. Ну, 2 недели-то зачем? 5:25. Что, мне самой к нему идти, что ли? Мне достаточно 2 дней. В субботу уеду, в воскресенье приеду. Ты сам не понимаешь, что тебе нужно отдохнуть? Зачем? Затем, что у тебя нервы ни к черту. А у тебя? И у меня тоже. Все из-за тебя, между прочим. Как это так? Каждую ночь рыдаешь из-за какой-то коровы. Ну ладно, хватит. В общем так, заявлений никаких писать не буду. И к начальнику не пойду. Господи, ночью ты с ним воюешь, плачешь, а днем. Ну чего ты его боишься? Не боюсь. Я его не люблю. Почему? Потому что мы с ним разные люди. Да, конечно, разные. Он начальник, ты подчиненный. Ну при чем тут любовь? Ты делай свое дело, Дима. А любить тебе и так есть. Кого? Захвати завтра на работу мои новые сапоги. Может, кто-нибудь купит? Не, они малы. А деньги как раз нужны. Подарки купишь, что-нибудь на дорогу. Светке 50 рублей нужно оставить. И проси не 75, как в магазине, а 125 рублей. Почему? Потому что я их купила за 125. А почему я их должен продавать? Ну? Ну, потому что у тебя на работе одни бабы, у меня одни мужики, и потом что здесь такого? Во-первых, это спекуляция. А во-вторых, твои сапоги, ты их продавай. Ну, во-первых, это не спекуляция. За сколько купила, за столько и продаю. А во-вторых, горбатого могила исправит. Стою. Ну что ты в самом деле, Дима, оденься. Девочка большая, ты в трусах. Ты не забыл, что послезавтра едешь с дочкой в деревню? И попроси у главного отпуск за свой счет. Ладно. На неделю. Доброе утро, пап. Доброе утро. Не подгоняй девочку, у нее сегодня последний день. А я не подгоняю. Вовремя надо вставать, а то утром не добудешься, а ночью никому не даешь спать из-за своей коровы, ревмя ревешь. Жена бы родная померла, и то бы так не убивался. Помрешь, тогда посмотрим. Дмитрий. Да-да. Дима, мы ушли. Ага. Завтрак на столе. Хорошо. Пап, до свидания. До свидания, дочь.